Канал ВО с Юлией Ковальчук. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня приготовлю паровые рыбные котлеты с зеленым горошком. Начинаю готовить. Для приготовления рыбных котлет понадобится 500 грамм филе хека, 150 грамм батона, 1 луковица, 200 миллилитров молока, 1 яйцо, соль, перец по вкусу и панировочные сухари. Батоны заливаю молоком, оставляю на 5 минут, а затем отожму. Рыбу, батон и лук пропускаю через мясорубку. Добавляю в фарш яйцо, перец и соль и хорошо вымешиваю. Для приготовления начинки котлет понадобится замороженный зеленый горошек 150 грамм, яичный желток, сухие пряные травы и соль по вкусу. Размороженный зеленый горошек я заливаю кипятком и оставляю на 3 минуты. Затем откидаю горошек на дуршлаг и обдаю холодной водой. К горошку добавляю яичный желток, травы, соль и взбиваю все блендером до однородной массы. Мокрыми руками делаю из фарша лепешку, выкладываю начинку и формирую котлету, а затем обваливаю в сухарях. Котлеты я выклала на расстояние друг от друга в емкость для приготовления на пару в мультиварке и буду готовить соответственно программе. Вы же можете готовить в электрической пароварке или пароварке на газовой плите. На первый взгляд необычное сочетание, но получается вкусное, нежное, полезное и быстрое блюдо. На гарнир можно подать картофельное пюре, рис или свежие овощи. Обязательно попробуйте! Приятного вам аппетита! И крепкого здоровья! Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокольчик, ставьте лайки и оставляйте комментарии. С вами была я, Юлия Ковальчук. Всего вам хорошего и доброго. До новых кулинарных встреч!